Чому діти більш відкриті для віри? Можливо, через віру в Бога діти знаходять образ батька, чи це просто притаманна дитинству віра в надприродне? Сучасні підходи до дослідження дитячої релігійності сильно відрізняються від тих, що існували раніше. Вони показують, що віра дуже важлива для формування внутрішнього світу дитини, а її втрата часто веде до сумних наслідків. Що є причинами втрати дитячої віри? Дорослішання, розчарування, освіта, ще щось, дитяча віра, витоки щирого серця? Вітаємо вас в студії програми Є проблема і з вами є Сергій Антонюк. Та Тартем Ширбанюк. Нагадуємо, що в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні теми з соціальної, релігійної, економічної, політичної та інших сфер. Але робимо це через духовну призму. І як ви вже зрозуміли з ступного сюжету, сьогодні ми будемо говорити про віру дітей, що це таке, і чи те, це те ж саме, що релігійність чи щось інше? І говоримо ми на цю тему з магістром прикладної психології, нейропсихологом, засновником та керівником мережі українських центрів психологічної допомоги та приватної школи Освіта Плюс Оленою Яковенко. Вітаємо, пані Олена. дякуємо, що ви з нами. день. Так. вітаємо вас. І приступаючи до цієї теми, говорячи про віру дітей, ми чули, все-таки відразу ж визначимо, що віра, поняття досить об'ємне, навіть з точки зору дорослої людини, так віруючої. Я розумію, що віра це і мої особисті стосунки з Богом, це і віра, як певна приналежність конфесійна, коли я знаю віровчення церкви, я його сповідую. Так. Але віра це певний також практичне таке поняття, як те, що ми кажемо, моральність. От випадку з дітьми, ми коли говоримо про віру, це все в сукупності чи це також треба розділяти? Про их. Ну, для детей, если мы говорим о детях, я все-таки сказала бы, что это такой достаточно глубокий процесс. Угу. Потому что взрослым мы все-таки понимаем, это наше мировоззрение, это наш взгляд, это наш выбор. А с ребенком мы говорим, это глубокий процесс. И вот я для себя даже сделала специальную такую сравнительную таблицу. Почему? Потому что говоря о формировании веры или или религиозного взгляда ребенка, мы должны учитывать первое, его психосоциальное состояние. Угу. Ну, потому что, если это ребенку 5, 7, 9 месяцев, то еще он пока мало ну, чего... Ты с ним всегда размовляй, не размовляй да. он все равно да, Он зрозумеет. просто смотрит да. на вас, потому что вы мелькаете руками, вы что-то говорите ртом, да. и ему это все интересно. Угу. Нам нужно учесть, что здесь должно, вернее, учитываться должно обязательно его моральное состояние развития на этом возрасте. На каком-то этапе. На, на вот mm -hmm. этом этапе, на котором, например, он, допустим, находится. Его умственное, или есть mm -hmm. такое понятие, как когнитивное развитие. И, соответственно, благодаря этому уже формируется и развитие веры. То есть вы понимаете, четыре глубинных процесса, которые мы должны учесть в формировании веры. Mm -hmm. вот То есть можно это? я уточню, что, когда мы говорим про веру дитини, и, наверное, с точки зрения... Самі віруючих людей, і для нас це найперше, це певні власні стосунки з Богом. Угу. То ми повинні розуміти, що в випадку з дитиною ми говоримо, що найперше відбувається, перш ніж з'явиться віра дитини, от, власне, в нашому розумінні сформ... да. сформується, відбуваються попередньо процеси інтелектуального розвитку, психічного розвитку, мор... розвитку моральності, Понимання, розуміння. Yeah. Только потом оно может привести до формирования уже собственной веры. Да, осознанно. Угу, Осознанного угу. выбора, о котором мы говорим. То что тогда с того, что мы перерахували, наиперше начинает формироваться? Ну вот я, я же говорю, я сделала угу. для себя такую немножечко даже э, такую некую сравнительную характеристику. Первое, на что мы должны обратить внимание, то есть на чем базируется э, вера угу. или молитва или взаимоотношения ребенка с Богом. На чем они базируются? Первое, мы должны учитывать, что это постоянный, непрерывный, конструктивный процесс, угу. то есть постоянно, так. потому что мы вот это все сказали, <клево> потому что на психосоматика, вот детенын с виком изменяется, да, да, даже у нас это постоянный конструктивный процесс, угу. а тем более у детей, так, это непрерывный. Второй момент, который мы должны учесть, это постоянное взаимодействие, вот сейчас мы должны быть внимательны, умственных наших возможностей и деятельности с опытом жизни. Угу. Это важно. И третий этап немаловажный. Это опять-таки продукт и молитва, и вера это продукт творческого мышления и взаимодействия с тем, что предлагает социум. Mm -hmm. Какие примеры, изразки, да, модели? Кто да, да. доминирует, особенно это в возрасте, вы понимаете, в угу. определенном воспринимается. Угу. И, наверное, может быть, здесь даже удачно было бы для тех родителей, которые интересуются, а как же сформировать веру ребенка? Наверное, удачно было бы начать с такого некого ликбеза, то есть самого элементарного, угу. да? А какие позиции морального развития ребенка? Так вот, власне, пани Олена, когда тогда поч... распочатываться правильно, чтобы все пошло в правильном ракурсі і, про, ну, і був результат. Я додам, розпочати, чи оно саме распочинается? Однозначно. Родители формируют духовность и религиозность ребенка, потому что ребенок растет в семье. Это однозначно. Поэтому никто не ставит перед собой задачу, просто родители невольно или, как говорится, из подваль навешивают ребенку вот эту программу, mm -hmm. я имею в виду навешивают компьютерную программу вот такого бережного отношения к старшим, вот такого отношения. Но все-таки обратите внимание, мы все-таки говорим в основе о принципах морали, mm -hmm. да? Поэтому на основании этого уже дальше можно формировать какие-то взгляды на отношения с Богом. Поэтому, наверное, было бы уместнее увидеть, а каким образом формируется мораль у ребенка, ну, образно говоря, там, в раннем детском да. возрасте и до там, 6-10, там, например, 12-летнего возраста. Вот это будет интересно. И вот я так очень коротко подготовила, потому что мы не, не разберемся без этого. Например, есть такое понятие, как доморальное мышление. То есть это ранний этап развития. Это приблизительно 3-4 года, совсем ранний этап, 4-5 лет, вот приблизительно. Опять же, здесь тоже очень сложно показать четкие границы, потому что не может ребенок заснуть сегодня непослушным, а завтра пришел другой этап, и он стал послушным. Но вот как он видит это? Мы с вами только что говорили о том, что это является каждодневным творческим процессом мышления и опыта. Ну, он Конечно, розвиток. потому что если он это взял, ему сказали, это нельзя, а завтра он это же взял, и ему дали по рукам, или он обжегся, потому что это ну, горячее. Або он играет с дитиной, ему кажут, не можно бить дитинку, не и можно ложку ее, забирать И чужую забирать нельзя. Або делись. Дай свою. А. Да, да, да. Поэтому вот здесь как раз и есть такое понятие, как доморальное мышление. То есть мы говорим, а, послушание, не послушание. Вот так ребенок знакомится с окружающим миром. Вот так он начинает понимать. То есть как только он начинает это понимать, это первый этап Развития. И э, ребенок в этом вопросе думает о том, а что лучше для меня. Угу. Вот только что мы говорили, да, приходит в песочницу, да, ребенок, и подошел, и хватит у другого. Мама все время учит, если ты хочешь э, у кого-то взять игрушечку, сначала предложи, скажи, на мою игрушечку, а потом возьми. И умная мама уже предложит, даст ему любимые игрушки и даст просто в запас игрушки, с которыми он может поменяться, потому что она знает, что это он не отдаст. И начинает, вот вам послушание, то есть что лучше для меня. Тогда ребенок понимает, интуитивно понимает, это мое, он свое держит вот так, а это говорит на дай мне то, а вот это здесь держит. И очень интересно, они иногда ко мне приходят в кабинет, играют с игрушками, а потом мама говорит, складывай игрушечки. И он уже одной рукой набрал себе игрушек, а другой он складывает. Я говорю, смотрите, уже приготовился идти. Тут у него уже игрушки мои лежат. Вы понимаете, вот этот этап, что лучше для меня, то есть послушание и не послушать. И тут я, 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 я понимаю, если не у детей о, это еще и период э, «моё». То есть да. ну, все, что навколо, оно «моё». Якщо да, вот, я... вот мы говорим о вот этом моменте, вы понимаете? Помните, мыслительное дело. Угу. жизненный опыт психосоциальное состояние и плюс моральное и вот этот этап который мы говорим что что лучше для меня это самая главная задача это избежать наказания потому что если я сейчас это держу а это у тебя вырываю угу. то ты мне можешь ударить ребенок это воспринимает плохо. Ну, это. мама может подойти и наказать то есть мы смотрим, что лучше для меня, и как-то так лавировать, чтобы избежать наказания. Это один из и, это и, первый этап. И заработать и не заработать. Да. И мы должны это учитывать, и мы не можем это не учитывать. Второй этап развития моральности понимания это отрицание обязательных моральных ценностей. Ну, вспомните, mm -hmm. пожалуйста. Ну fica... и, что? Но, а я ну и что? А я не хочу. Ну и что? Да, да. И так далее. Да, вот этот этап. Это удовлетворение личных потребностей. Mm -hmm. Потому что я сейчас вижу, я сейчас хочу. И очень часто даже мы можем увидеть в интернете такой ролик, когда детей садят перед конфетами и говорят им, mm -hmm. вот я тебе сейчас даю одну конфетку. Если ты будешь на нее смотреть и не будешь ее трогать, то когда я вернусь, я тебе дам три таких. И оставляют ребенка здесь. А три лежит отдельно, и он их не может под, за стеклянным да. шкафом. И он сидит, и камеры смотрит, и он сидит, и смотрит, и понюхать, и полезать, и все понимаете. То есть вот это такие этапы развития, которые проходит ребенок. То есть в данном случае удовлетворение личных потребностей будет стоять на первом месте. какой период, ВИК. Вот это, ну, это где-то приблизительно 5-7 угу. лет. И здесь будет: давай заключим сделку. Угу. То есть, ты это не трогаешь, я тебе дам. Трогаєш, не отримуєш. Угу. Вначале це не получается, а потім ребенок вже починає воспитывать волю. Тобто він розуміє, що ну, поначалу не буде цього опыта. А можна додати, що тут чи вірно буде визначити, що також в цьому ж періоді я помічаю по своїм дітям, що дитина вже чітко у неї пробуджується. Таке розуміє, от 5-6-7 років пробуджується це чесно чи нечесно? Це не чесно. Якби да, 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 ти, да, би, ти да. його цього не вчив, але він вже розуміє, а, але що ця це чесність не чесність базується часто на власних припинях. Це зрозуміло, але вже дитина розуміє, що чесно, нечесно, правильно, не, справедливо, несправедливо. справедливо. постепенно проходить Вот От, вот цього етапу второго року, коли ми отримаємо прийнято. Угу. Не хочу, не буду, угу. тому що я розумію, що. Что... Постепенно он приходит к тому, что есть уже определенные постулаты. Вот это и есть как бы формирование моральной концепции, морального развития, mm -hmm. морального процесса глубинного mm -hmm. процесса. Почему я говорю, что вера это, форми... это глубинные процессы? Это мы взрослые говорим: я поверил, я увидел, я это выбрал. Но на самом деле это глубинные процессы. Uh -huh. Просто мы уже на более высоком этапе развития. И вот здесь мы как бы видим, помните, как это? Давай uh -huh. заключим сделку. Так. Вот я на этом этапе. Третий этап, и вы тоже его знаете, это в основном это общепринятое мышление. Uh -huh. Ну вот так все мыслят. Ну а почему, например, допустим, все делают, а мне нельзя? Ну и так далее, да? То есть и здесь как раз начинает формироваться, я говорю всегда такое, лукавство. Uh -huh. Лукавство. Почему? Хорошие поступки производят впечатление. yep yeah. Пыль в глаза пущу, а там я могу вести себя не очень хорошо, но никто же этого не видит. Угу. Главное, внешне это видно. Вы понимаете, как деформируется мораль. То есть опять мы говорим, это опыт личный, это наше мышление, это умение уже мыслить, в конце концов. И вот э, самое главное на этом этапе это получить одобрение окружающих. Вот. Ну и четвертый этап это уже более взрослый, это такой уже старший подросток. Вот этот, который предыдущий, да. это был где-то, ну вы понимаете, 10, 12, 14, угу. а это уже более старший подросток 15-17 лет. Здесь так. Закон и порядок. Знай правила и их выполняй. Угу. Просто вот ты должен это выполнять. И дальше уже мы начинаем уже в этом, на этом этапе говорить, ну, закон можно обойти. Угу. Закон там, да? Это ж... Ну, вот это все, что мы говорили, вот эти этапы. А теперь, да. Это моральность, это формирование некоторых моральных таких категорий, принципов. Да, а вот теперь на этом формируется и вера. Угу. То есть вера формируется на способности мыс... мы... мыс... мыслей, угу. процессов. И вера формируется на способности, благодаря вот этой мыслительной деятельности, осознать свою моральность. Ус усведомить, что есть, как я сам да, себе визначаю, добрый добрый и чему, на подставе чего. Да. понимать, признавать, в конце концов, протестовать или нет. Помните, я сам, например, угу. у нас есть возраст определенный, да, то же самое здесь. И вот здесь как раз уже немножечко а, такие вот есть штрихи, каким образом формируется вера. Ну, например, этап 3-7 лет, это первый этап, заметьте, 3-7 лет. Угу. Да, потому что до трех лет вы можете научить ребенка молиться, например, даже читать молитву Отче угу. наш. ребенок это делает, потому что он так научен, да? Но он этого я еще когда? Я да. да, киршег, как, как да. да. И вот 3-7 лет – это такая интуитивно проективная вера, она наполнена фантазиями. Угу. Дети слышат библейские истории, дети себе что-то представляют. Вы понимаете? Оно такое доверчивое такое вот. Если оно прозрачное, оно принимается, понимаете? То есть это больше основано на эмоциях э, на, на позитивных на, відчутях, на позитивных да. эмоциях uh -huh. на позитивных эмоциях вот здесь как раз не очень хорошо детям подавать негативные эмоции uh -huh. Uh -huh. Что это на а, ну это не вы, приклады, вы... Бог тебя накажет uh -huh. вот uh -huh. ты сейчас это делаешь Бог тебя накажет потому что на каком-то этапе вы понимаете вот например я воспитывал с самого рождения в, в вере uh -huh. в вере моя бабушка была учитель то есть, я так понимаю, может быть, она всего этого не знала, как мы сейчас. Но она была заслуженной вместе с тем учитель э, в свое время uh -huh. РСФСР, и она воспитывала интуитивно правильно. Вот я сейчас вспоминаю себя. Она не пугала меня страшным боженькой, но она всегда говорила: Бог всегда видит твои поступки. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вы понимаете? И он, она мне рассказывала: в книгах пишется все твои дела и потом Бог тебе покажет. И я, как ребенок, я себе представляла, что мы сядем все, много-много людей сядет в кинозале, и будут видны все мои дела, вы понимаете? То есть сейчас, и это мне помогло сформировать вот это трепетное отношение к Богу. То есть вот это вот очень важный момент. Но это не то же самое, что когда, ну, как, как вы навели пример, что очень часто там, или старшие люди там, чи, может быть, батьки, вот как раз этот век там, 5-7 лет, так, что э, детей мотивировать доправленную поведенки э, страхом покарання от боженьки не своим не своей что дивись, будешь а так что дивись, бог боженька на небі, он це бачить он тебе покарає это и... сработает потому что на этом этапе видите почему угу. нам сегодня нужна эта таблица потому что вот на вот этом этапе 37 или там 4, 10 угу. лет что для меня лучше избежать наказания угу. но как только я понимаю Що то не зовсім може бути немножко не так? Все, цепи падають, і я вільний чоловік. А, так виявляється, там. То є, ви розумієте, як це варто? Як я маю на увазі, озвучив, що як дитина собі в э, певному да. віці вимічка. І тут можливо є така проблема, коли батьки намагаються. Э... Ну, скажем так, моя це навіть нав'язати віру дитині в її релі... 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 релігійне сприйняття. Якесь нав'язати на вісі на приходить час, дитина розуміє, що о це не зовсім так, і дитина тоді стає, перестає бути віруючою, Ну умовно так назвемо. Вона каже: так це мені не підходить, це не що, опять возвращаюсь, опять возвращаюсь, потому що вона. приходит детене, то есть угу. человечек, угу. ребенок, подросток, приходит к этапу, когда он смотрит на одобрение окружающих. Вы помните, да? Угу. Общепринятое мышление. То есть, если здесь было неудобоносимое время, то так или иначе ребенок придет к этому этапу развития, подросток, когда он уже увидит, поймет общепринятое mm -hmm. мышление, и он подумает, ну я буду производить здесь лучшее впечатление, mm -hmm. чем веду себя вот так. Вы понимаете, вот невозможно вот, оторвать моральное от развития веры и от процесса мышления. Вот посмотрите, например, уже с 7, там, с 8 лет, до 10 лет, до 11 лет формируется уже такой этап мифически буквальной веры. Вера принимает форму рассказа или мифа. То есть вот, вот тут интересно. То есть уже начинает... Почему? Потому что в этом возрасте уже более глубокое мышление. Это уже школьный возраст. И, и изъявляются какие-то абстрактные мысли. Да, на... только первые признаки. Еще угу, до абстрактного угу. мышления очень-очень. Но первый. То есть ребенок начинает размышлять начинает подвергать своему анализу это. Вы угу. понимаете, как формиру, формируется... Сам, вера? Себя починая, да, а? да. сам себя начинает Да, да. Сам себя начинает как бы раскручивать на... А это миф, и легенда, а может быть это действительно правильно. Почему вот, в этом, вот на этом этапе очень хорошо рассказывать библейские истории, причем рассказывать их доступно и предложить ребенку, чтобы он сам пережил опыт веры с Богом? Потому что вы помните, мы сейчас только что с вами говорили, что это творческий подход мышления со взаимодействием с верой. Но творческое мышление может наступить не раньше, чем согласно психосоциального развития ребенка, не раньше, чем после шести лет, когда ребенок пробует, инициирует, он способен вот как бы творчески подходить. А давай так, а может быть вот так лучше. То есть только тогда, ну попробуй, вот попробуй вот это сделать, и ты увидишь, Бог, давай помолимся сейчас. Угу. Бог тебе ответит, и ты увидишь, что он тебе ответит. И, конечно же, здесь родители должны помочь ребенку увидеть ответы. Угу. То есть самое главное, я буду снова и снова повторять, это мышление, моральность и э, психосоциальное окружение. То есть как подается. як панімається і чому научено, тобто це такий досить дійсно складний процес, як ми бачимо. Але в той же час, ну ми розуміємо, от як ви зараз описали, що його можна усвідомити для батьків, так і все-таки питання, що як батьки можуть впливати на цей процес активно чи пасивно, що залежить від дитини, самої в цьому процесі, так формування цієї віри, але пропоную про це поговорити після паузи. Ми повертаємось до дії програми Є проблема і нагадуємо вам, що ми говоримо про віру, а саме дитячу віру. І спілкуємось ми на цю тему з магістром прикладної психології, нейропсихологом, засновником та керівником мережі українських центрів психологічної допомоги та приватної школи Освіта Плюс Оленою Яковенко. Повертаючись до нашої теми, що ми перед паузою зупинилися, ми так зробили дуже важливий ідею, таку яку ми почули. що… Коли ми говоримо про формування віри дитини, що найперше формується, як ви показали, так що формується така моральна стержень, або... моральна. <гум> моральне, моральний інтелектуальний, мисленнєвий такий Діти. процес, на який накладається уже формування віри, в тому сенсі, як ми її самі сприймаємо, що реальне усвідомлення існування Бога, якісь стосунки з ним. It... Ну, даже, наверное, я бы подкорректировала на основании развития интеллектуального и морального процесса mm -hmm. Mm -hmm. мировосприятия. Может развиваться, может правильно развиваться uh -huh. формирование uh -huh. веры. Uh -huh. Может правильно развиваться. Uh -huh. Потому что мы никак не можем избежать тех процессов, которые, ну вы же понимаете, в 5-6 лет ребенок мамин и папин, а в 11 лет ребенок общество. Мы это прекрасно понимаем. И вот тут я хотела бы мы с вами говорили в первой части, я хотела бы ну вот еще такие несколько акцентов сделать. Если, например, на первом этапе развития формирования веры, начинают только пробуждаться нравственные эмоции, да? Помните, угу. там вот послушание, когда так, мы говорим о моральном. Так, так. То, например, на втором этапе уже веры, когда мы говорим, что ребенок начинает воспринимать рассказ, драму, миф и так далее, то есть он начинает уже здесь веру принимать вот таким образом, то здесь, конечно, он уже учится, благодаря мыслительному процессу, отделять реальное от фантазии. Угу. Уже это где-то приблизительно ну, 10, как бы нам подается сейчас 7-10 лет, 11 лет, но мы видим, что этот процесс немножко застревает на сегодняшний момент. Я взяла классику, угу. я взяла основу, которая лежит во всех учебниках, но так как родители наши не будут этим заниматься, я хочу прокомментировать, что если там только начинают зарождаться первые этапы развития эмоций, нравственных и так далее, то здесь уже ребенок в состоянии своей мыслительной деятельности понять, стоп, тихо, это фантазия, это неправда, такого быть не может. А, а вот это вот, ну вот это, вот это, наверное, точно, правда. Вот этот опыт мышления соединяется и делит. А уже третий этап это подростковый возраст. И вот здесь уже, ну как бы более здесь уже вера выходит за пределы семьи. Что за на у да, А как другие расширяются? А как другие думают? А почему? А вот тут мы уже можем mm -hmm. говорить о каких-то доминациях. А почему, например, они так, а мы так? Вы понимаете, вот как на основании моральных принципов. Mm -hmm. На основании вы можете сколько угодно говорить, что нужно быть хорошим, но если вы между собой ругаетесь, толку не будет, потому что рано или поздно наступит ролевое смешение. Угу. И вот это вот очень важно. И вот уже, как я сказал, третий этап – это уже ранний подростковый, тогда, когда выходит за пределы семьи, вот и Вера должна обобщить ценность и информацию. То есть есть информация какая-то, вот это так, вот это так, вот это так, и вот это является ценностью. То есть вы видите. Знания и моральность угу. соединяются. То есть ребенок имеет, ну подросток уже имеет, например, какую-то информацию о том, что Бог есть, как он, например, действует и так далее и тому подобное. Он имеет информацию чисто информационно. Но сейчас он начинает понимать, но мы пережили опыт, и, например, там мама получила там работу там, или там здоровье. Вот это уже ценная информация. И эта информация для него становится уже жизненно организующей. да? Это вот такое. И как бы вот тут уже возникают новые личные отношения друг с другом. То есть ребенок уже начинает первые попытки отстаивания своих, своих взглядов. Конечно. Угу. Это уже приблизительно где-то так вот в 9-11 в лет. Вот. Ну и уже как бы четвертый этап. Мы не будем все этапы брать. Мы все-таки берем вот этот подростковый этап. И четвертый этап, ну дай бог, чтобы до этого дошла. Вера, почему? Потому что вот на этом третьем этапе дети переживают вот этот кризис когда они выходят за рамки семьи. И Веры сем... батьков. Веры, да. Вер... А тут по-другому. Или, например, вот совершенно верно сказано, например, родители верили исключительно традиционно. Угу. Традиционно. Вот так мы приучены, вот так наши родители приучены. Вот это не делай. Вот это не делай тогда-то, допустим. А потом ребенок вышел и соприкоснулся с другим ребенком, который ему столько интересного рассказал. Со своим сверстником. Но вы же понимаете, что со своим сверстником в 5 лет это 5-6-летний, и со своим сверстником в 11 лет это 11, 12, 13 и 14-летний. Uh -huh. То есть а те более старшие, и они уже могут интереснее рассказать. И он рассказывает: да подожди, стоп, а вот это вот так, вот так, вот так. Даже вплоть до того, что Бога нет. Uh -huh. да? Вот сейчас очень много информации. Мы видим даже в о, о Фейсбуке. да. А ты атеист? И он говорит, да, конечно, атеист. Ну, а и... когда человек начинает с ним говорить. Uh -huh. І убежать, подожди, стоп, а як це, вот а це? Вот і він починає задумуватися. Почему? А тому, що він на цьому етапі вірився. Він вийшов за рамки своєї сім'ї, йому сказали, да ти що, і тот, и тот, і тот сказали, всі його висміяли, так да, действительно, Бога нет. І так і залишився на цьому етапі. Вот это очень дуже саме в вірі і в моральності. Но особенно в вірі. Це, це, оцей момент, перехідний, коли кажуть, що дитина має перейти від е, віри батьків до власної віри. Так. Але хтось от, в цьому будь-яка дитина проходить цю кризу. Так, да. И вот. на любом этапе может остановиться. И просто может остановиться на этом этапе. И даже ему будет 40 лет, и он пойдет по следующему этапу. То есть не будет такого, угу. что он, например... То есть он должен пройти этот этап. Этап осмысления, этап разделения между мифом и реальностью. Вы понимаете? Вот это вера. Для того, чтобы родителям предложить... хорошую, основательною віру для рібінка, по тому що потім буде про провіряти та точно інформацію можна mm -hmm. спочатку родителям самим, самим. розібрати. Розібратися. Mm -hmm. Оце так дійсно. Це золото. Е, дуже mm -hmm. дякуємо так. за ваш час за цінні поради і за те, що ви дійсно так гарно відкриваєте дані Так, mm -hmm. так щиро дякуємо. Говорячи сьогодні про формування віри дітей. Ми як зрозуміли. Це процес не є легкий, він є досить складний, його можна зрозуміти і потрібно його розуміти для батьків. Але з цього випливає дуже важливе запитання: чи є сформованою і зрілою наша власна віра? Це дуже важливе запитання, на яке самому собі треба відповісти. І дивлячись на все, вище що сказане, ми можемо зрозуміти одну дуже важливу річ: що все-таки ми відповідальні за наших дітей, і якими вони будуть пізніше, це залежить від того, як ми їх навчимо і чого навчені ми особисто. Тому навчатись ніколи не пізно, вірити ніколи не пізно, розвивайтесь в цьому, і нехай Бог благословить вас. Дякуємо за те, що сьогодні були з нами в програмі. Є проблема до наступної наступних зустріч.